А мы практически выросли на этом смешном человеке. Наверное, это один из друзей моего детства. С одной стороны, страшно смешной человек. С другой стороны, невероятно трогательный. Невероятно. И потом он симпатичный человек, мне кажется. Хотя лично я с ним не знаком. Я его вспоминаю с большой теплотой, любовью и благодарностью. Потому что, наверное, и из-за этого человека мне захотелось стать актером. Миллионам кинозрителей наш герой больше известен как высокий блондин, недотепа, рассеянный. Одним словом, невезучий. Однако самого актера неудачником не назовешь. Недаром Жерар Депардье в своей книге «Украденные письма», посвященной ему, своему партнеру и другу, главе пишет: «Не знаю другого человека, который бы обладал такой невероятной волей, такой поистине ужасной требовательностью». Вот за последнее время на экранах наших появились французские кинокомедии с новым для нас, по-моему, точно говорю, с новым, я его раньше, по крайней мере, не видал, комиком Пьером Ришаром. Скажите мне честно, вы любите Ришара? Я не знаю, как вы об этом догадались, но я как раз не очень. На мой взгляд, или это у меня какое-то свойство, сколько, как раз я вижу прекрасно работающего актера, в смысле графики его, так сказать, выполнения комедийных трюков, но личное обаяние у него не ахти, на мой взгляд. Поправляйте меня или там спорите со мной. Ну, об обаянии спорить разве можно? Пляд гений, и я к нему отношусь потрясающе, но согласиться с тем, что Ришар не очень хороший артист, я никак не могу. Пусть меня простит Ростислав Янович. Я думаю, что Ростислав Янович не прав, что это все-таки, наверное, его глубокая, непроходящая, неприходящая любовь к актерам немого кино. Они не разговаривали, и поэтому они казались высокими и стройными. А Ришар заговорил. Бывают эти эксцентрические комедии, когда над артистами, над персонажами, смеешься, да, до упаду смеешься, но их совершенно не жалко. А здесь, ну, я во всяком случае, когда я смотрю на Ришара, несчастного, уколотого, побитого, роняющего штаны, ломающего ноги, выпадающего из самолета, мне не только смешно, мне ужасно жаль его, очень грустно, я ему невероятно сочувствую. А для меня это первый признак великого актера. Он с русским менталитетом француз, потому что он ходячий 33 несчастья. Ну, естественно, на те роли, которые он играет, но они так легли на него, что кажется, что он и в жизни такой. Наверняка он в жизни человек преуспевающий, но ему идут эти роли. Наверное, он очень много, конечно, сделал для французского и для мирового кинематографа, потому что у него есть чему поучиться. Те комедии, в которых снимался Ришар, они уникальны тем, что, во-первых, они похожи на российские комедии того времени наши. Абсолютная перекличка. «Игрушка». Мы все мечтали о таком друге. Потом «Блондин». Мы все играли в такие приключения. По определению «грустный клоун». А это уже та печать, которая дает право актеру быть всегда все-таки с большой буквы. Трагическое и смешное сопровождали Ришара с самого детства. Один из его дедов был аристократом, а другой – браконьером. Родители же развелись, и мальчик всю жизнь ощущал некую раздвоенность. Правда, от былых времен он сохранил не только воспоминания. Он является владельцем поместья, где производится красное вино «Шато Бель Эвек» – более 60 тысяч бутылок в год. В детстве маленькому аристократу было нелегко найти общий язык с одноклассниками в католическом пансионе, куда его определил набожный дед Леопольд. Каждое утро шофер привозил Ришара в колледж на шикарном лимузине. Воспитанники пансиона, дети крестьян и шахтеров завидовали Пьеру. Часто я убегал с уроков, чтобы
пойти в кино. Я посмотрел в те годы все фильмы о Тарзане с Джонни Вайсмюллером. Это очень будоражило мое воображение. Но, смотря эти фильмы, я не столько хотел сниматься в кино, сколько мечтал, что я когда-нибудь буду жить в джунглях, как Тарзан. Этот персонаж меня полностью захватил. Естественно, что сын промышленника и внук дворянина должен был продолжить семейную традицию и сделать карьеру в фамильной текстильной компании. Однако, достигнув совершеннолетия и получив диплом бакалавра, Пьер отказывается стать бизнесменом и поступает в Париже на драматические курсы. Тогда он и сменил фамилию Дефей на Ришар. Его зовут Пьер Ришар, потому что моя мама, когда выбирала ему имя, назвала его в честь одного популярного актера Пьера Ришара Уильма. Как сегодня, например, детей называют Кевин в честь Кевина Костнера. Поэтому мой брат не стал долго искать творческий псевдоним, а взял свое имя. Ришар проходит своеобразную стажировку в Национальном народном театре, где тогда работал знаменитый Жерар Филипп. В труппу также входил Филипп Нуаре, который и заразил Ришара любовью к комедии. И тот вместе с начинающим актером Лану начинает выступать в парижских кафе. Они вместе пишут тексты реприз и сценок и, наконец, добиваются заключения контракта на выступление в престижном «Бобино». Кстати, с Лану они впоследствии сыграют в картине «Побег». Долгое время Ришара воспринимали как характерного актера комедийного амплуа. Возможно, поэтому он и прославился уже в зрелом возрасте, когда его комический талант приобрел более определенные черты. В киноискусстве 20 века было немало блестящих комиков. В той же Франции – Луи де Фюнес, Бурвиль и Фернандель. Однажды я прогуливал уроки, а вскоре мне надо было получать степень бакалавра. Дело было после полудня. Вместо того, чтобы идти в школу, я пошел смотреть фильм с участием Дэнни Кея, американского комика 50-х годов. И вот я увидел Дэнни Кея. Это был высокий блондин, который играл в комедиях немного в жанре бурлеска. И тогда я сказал себе: вот, это именно то, чем я хочу заниматься. И чтобы закончить эту историю, 20 лет спустя я был в Нью-Йорке, где представлял фильм «Высокий блондин в черном ботинке». После фильма ко мне подошла дама и сказала: «Мсье, вы мне очень сильно напоминаете моего отца», и ушла. Я спросил, кто эта дама. Это дочь Дэнни Кея, представляете? В кино Пьера Ришара первым начал снимать режиссер Ив Робер. Сначала в «Блаженном Александре», а потом в «Высоком блондине в черном ботинке» и «Возвращении высокого блондина». Вместе они и уточняли образ, который впоследствии принесет Ришару широкую известность. Хотя Ив Робер постоянно наставлял актера: «Ты играешь не образ, а персонаж». Однако талант Ришара оказался гораздо шире и многограннее. Он доказал это в фильме «Укол зонтиком», где в полной мере проявил свой блистательный трагикомический талант. Французская комедия нам ближе всего. Иногда немцы шутят, стараются в кино, а нам не смешно. Даже у американцев иногда бывает так, что они смеются, а мы нет. А вот с французами мы какие-то родственные души. То, что смешно им, то смешно и нам. То, что смешно нам, то смешно и им. Потом замечательный актер Пьер Ришар. Такое дурацкое, бестолковое лицо, еще хуже, чем у меня. Я рад работать с вами. До сих пор вам не везло, но со мной все изменится. Особые отношения связывают Ришара с Депардье. И дело не только в том, что оба являются виноделами. Они прекрасно дополняют друг друга, причем не только в комических, но и в драматических коллизиях. Вы в порядке?
Мой сын сбежал из дома, и я его разыскиваю. Мне кажется, что вот эти два артиста, они настолько здорово чувствуют друг друга, настолько, так сказать, они подвижны и ловки, если так можно выразиться в этом, понимаете, ловки, то они, наверное, такое впечатление, что они действительно как будто годами работали в партнерстве. Мой парик. Вот кретин. Сам Ришар иронично замечает, что мы могли бы стать мифической парой. Ощущая свою разноплановость, Ришар сам стал заказывать для себя сценарии и даже пробует выступить как режиссер. Для реализации новых замыслов он создает небольшую кинокомпанию, фильм «Фредолин». Именно на ее основе друг Ришара, режиссер Вебер, в 76-м году поставил фильм «Игрушка», который стал рекордсменом проката. Тогда нам был непонятен этот герой, мальчик, который лопался от того, что у него есть все. Но сегодня это уже есть такие дети. Я, как человек, который очень много работает с детьми, их уже встречаю. Дети, которые не понимают. Они маленькие старички. Им уже очень грустно жить, хотя им там 7-6. Он же все видел, потому что вокруг летают живые самолеты, вот такие огромные какие-то пароходы у них. Все есть, все управляемое, 5-10. Он разбирается во всем. Ему уже скучно жить. И мне их жалко, потому что как же дальше-то жить? Вот, так что это теперь герой как бы уже наш. Немного наивный и отчасти печальный конец картины был непривычен и в то же время закономерен. Он помог показать героя Ришара в самых разных ситуациях и положениях. У Ришара есть много-много слоев, как у французского же пирожного Наполеон. Вот их много, и он разный. И вот мне кажется, что он не просто вот такой упал, головой ударился, все ха-ха-ха, а где-то такая иногда такая грусть и такая слеза вот в этих глазах. Он удивительный. Возможно, эта работа предопределила и успех его новой роли в картине «1001 рецепт влюбленного повара», снятый в 96-м году режиссером Наной Джорджадзе. В моем фильме «1001 рецепт влюбленного повара» он совершенно поменял себе имидж, он совсем иначе выглядит, не так, как в своих французских комедиях. И ему это очень понравилось, и мы импровизировали каждый день. Сначала он все время меня просил: «Нана, где же сценарий?» Я сценарий? Я, а как ассистентка вам не дала сценарий? Какой ужас. Конечно, завтра же. Значит, завтра. Нана, у меня опять нет сценария. Боже, какой ужас. Нана, мы завтра снимаем. Что мы... Ну, успокойтесь, будет сценарий. Вот уже мы снимаем, значит, я ему говорю: ты знаешь, Пьер, я не даю вообще актерам сценарий. Как? Я уже все диалоги, всем, вот давай сейчас по ходу. Через неделю ему это страшно понравилось. Ну, вообще уже не спрашивал, что он играет, кого он играет, что надо делать завтра. Вообще уже. Он попал
в русский, ну, скажем так, в наш, может быть, не совсем русский, а грузинский скорее, но в наш кинематограф, потому что в нем есть что-то наше, что-то легкое, улыбчивое, грустное, непредсказуемое и комедийное. Мне он дорог, естественно, как комедийный актер, которого я бы с удовольствием снимала в своей картине, несмотря на то, что молодежь, может быть, его уже не помнит. Я его помню хорошо и с удовольствием бы с ним снимала кино. Артист, который как бы условно считается комедийным, несет в себе такую какую-то болевую ноту и точку какую-то внутри себя опорную. Поэтому за ним все время интересно наблюдать. Он легкий, по-моему, очень отзывчивый. Если бы судьба выпала мне с ним поиграть что-нибудь, то это было бы вообще здорово, несмотря на то, что он уже солидный человек, взрослый. Я думаю, что если режиссер не владеет какой-то необыкновенной техникой, это совсем не страшно. Основное качество заключается в том, что он должен рассказывать историю и делать это с максимально возможной искренностью. Если же человек, помимо этого, обладает исключительным мастерством, тогда он великий режиссер. Но если даже он просто рассказывает историю, которую любит, это уже очень важно. И, наконец, самый большой недостаток – это когда режиссер снимает фильм, который он не хочет снимать, фильм по заказу. Даже если техника при этом будет по-настоящему великолепна, хорошего фильма все равно не получится. В это трудно поверить. Сам Пьер Ришар, великий комик, мировая знаменитость, снимается в русской глубинке на Тамбовщине. Он играет роль народного умельца Кувалдина. Аристократу, миллионеру Ришару приходится забивать гвозди, пилить доски, вырезать из дерева фигуры ангелов и зайцев. Актеру понравилась история о приключениях жителя российской деревни под названием «Париж». И Ришар согласился на роль учителя труда Кувалдина, который мечтает в родном селе построить Эйфелеву башню. Была очень смешная ситуация, когда мы познакомились, значит, нас представили друг другу, и говорят, ну, вот, пообщайтесь, все. Я говорю, да, вот я могу спеть песню, я играл в мюзикле очень известном и во Франции, и в России, вот, и спел. Святая дева, ты не в силах мне помочь. Je pose mes yeux sur ce robe de gitan. Любви запретной не дано мне превозмочь. «А quoi me sert encore de prier notre dame?» И он так прослушал, так очень внимательно, сказал, очень хорошо поет. «А на каком языке вы поете?» То есть что-то такое, наверное, я то, что слышал, передал, но, наверное, не совсем точно. «Je pose mes yeux sur sa robe de gitan. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitan. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitan. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitane. Tan. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitan. Всё, ребята, давайте снимать. После смерти мне не обрести покой. J'ai posé mes yeux sur sa robe de gitan. В последние годы после 20-летнего перерыва Ришар вернулся в театр и сыграл в двух небольших пьесах комедиографа Жоржа Фейдо. В личной жизни он несколько эксцентричен, проповедуя идеологию одинокого волка. Очаровательная танцовщица знаменитого театра Гранд-Опера Даниэль Минацолли стала первой любовью Ришара и единственной официальной женой. Почти 20 лет Ришар был примерным мужем и заботливым отцом. У Ришара два сына, Кристоф и Оливье. Оба они стали профессиональными джазовыми музыкантами. После долгих лет брака Ришар неожиданно, без объяснений, развелся с женой. Стал жить с актрисой Мюриэль Дюбрюль. Но ее вскоре сменили новые подруги, одна моложе другой. Прекрасная марокканка Айша была младше актера на 34 года. Нынешняя спутница Ришара, бразильская актриса и модель Сейла, моложе Ришара на 30 лет.
Со своей женой Сейлой, прекрасной бразильянкой, Ришар познакомился на маленьком острове во Франции, куда модель приехала на фотосессию. Ришар был очарован красавицей, а она не узнала в седом бородатом мужчине высокого блондина. А когда кто-то из знакомых шепнул Сейле, кто именно перед ней стоит, она простодушно округлила глаза и воскликнула: «Пьер Ришар? Не может быть!» Сейла была замужем и никаких романов заводить не собиралась. Но Ришара это не смутило. Он долго добивался расположения знойной красавицы, дарил ей цветы и пел серенады под окнами. И Сейла сдалась. Они вместе уже 10 лет и продолжают радовать и удивлять друг друга. И разница в возрасте совершенно не смущает супругов. Ришар также любит путешествовать, объездил множество стран. Ему нравится, что его везде узнают. Сам себя Ришар называет рассеянным философом, который стремится наслаждаться жизнью и не вмешиваться в политику. Среди других его увлечений – баржа, стоящая у причала Сены в центре Парижа, гоночный автомобиль и мотоцикл. «Наверное, я счастливый человек. Дело в том, что кино – это мое ремесло, моя профессия. Это то, чем я хотел заниматься. Я действительно хотел быть актером кино. Конечно, можно быть актером в театре, а не в кино, но я просто обожаю кино. Я этим занимаюсь всю жизнь. Всю мою взрослую жизнь. Я убежден, что если люди действительно любят свою профессию, им повезло. Если же это не так, они несчастны. Они на протяжении 10, 20, 30 лет занимаются профессией, которая им не нравится. И тогда это становится каторгой, наказанием. Таков лучший на сегодняшний день комик Франции.